мы с Катей думаем, что все-таки дело не только в трансляциях. Мы задали этот вопрос, почему лыжные гонки уступают биатлону нашим прославленным биатлонистам, лыжникам, и вот что они думают. Биатлон может для телезрителей интереснее, динамики больше все-таки, да, частая смена лидера, частая смена мест, и вообще чуть-чуть больше азарта. Весь интерес и весь ажиотаж добавляет стрельба именно. Он интереснее тем, что, наверное, есть стрельба. Ты можешь идти первым, промахнуться и отскочить, грубо говоря, на пятое место. Биатлон же как-то сделали, как-то раскрутили, и я думаю, что в лыжных гонках тоже скоро, может быть, это все будет. Лыжи и биатлон, все-таки это совершенно два разных вида спорта, их объединяет только одно, это лыжи, палки, ботинки и комбинезоны, все. Практически одинаковые виды спорта, то есть единственное, что мы стреляем еще. Биатлон – это где-то даже и симфоническая музыка, да, даже там, а лыжные гонки – это хорошая попса. Ну, лыжники, они изначально сильнее, чем биатлонисты. Мы совсем на чуть-чуть популярнее лыжников. Мне кажется, мы сейчас с Машей можем вдвоем запить «Лыжные гонки – это попса». Ну, как сказали, да. Вы с этим согласны? Нет. Знаете, они отметили у себя стрельбу. У нас есть такой вид спорта, как лыжные гонки спринт. Там тоже надо уметь хорошо стрелять локтями и всем остальным, то есть участвовать в контактной борьбе. Ну, как раз вы это умеете делать. Мы это умеем делать, и мы здесь. Леш, расскажи, пожалуйста, как ты стреляешь локтями? Не, лучше сейчас стрельни локтями. Отпихиваю соперников, когда они прижимаются слишком рядом. А вы согласны с олимпийской чемпионкой Юлией Чапаловой, что лыжники изначально сильнее, чем биатлонисты? Да, потому что все практически биатлонисты – это бывшие лыжники. Сначала они закладывают базу в лыжных гонках, накатывают объемы и потом уже тренируют стрельбу. Но также можно идти параллельно, развивать и лыжи, и стрельбу. А вы никогда не думали о том, чтобы уйти в биатлон? Все-таки ушли бы в биатлон, наверное, и зарплаты были бы побольше, и узнаваемость бы была бы повыше. Ну, а кому тогда в лыжных гонках оставаться? Это правда. Надо же бегать за страну, защищать честь страны. Я Алексей Петухов. Я думаю, мы никогда не перейдем в биатлон. We'll be right back.